Так, розовый и синий. Смотри, открытки. Открытки твоя, наверное. Разрывай его, Илья. Я не знаю. Разрывай пакет. Вот тут открывай, вот тут. Мяч? Футбольный мяч для детей. Какой мяч? Классно. Папа здесь уже. Круто. Ты такая. А теперь? Смотри, Илья. Что это? Я сразу не заметила. Открытка, смотри, какой миленький. Тебе мяч нравится? Будете с папой играть? Да? Футбол. Мягенький, чтобы ножка не болела. Папа, твой Митя сначала. Подожди. Это ты от Леси подарок открываешь? Это вот эта книжечка. Какая? Вот это задание. Только принцесски. С принцессами? Круто! Это какие-то вкусняшки, Илья! Вкусняшки! Это бананы! Бананы? Банановые вкусняшки! Эми, раскрывай ты ту. Папа, что там непонятное? Смотри, ты не знаешь, что это написано? Непонятное там какое-то, не на нашем языке. Давай. Наверное. Пашки! Давай не закончи. Ух ты! Ну, по одному шарику скушайте, подождите. А папе? А маме? Спасибо. Что? По одному, Илья. Да, а это что? Это? Это такой изюм в шоколаде. Вам нравится? Эми? Да? Бананы, интересно. А! Ну, кстати, я-то такие бананы брала этим. Только весовые. Тимофею, Егору и Артему в пакетике. Слушай, так я их не пробовала никогда. Я не знала, что они в коробке бывают. Вот! Ты не будешь? Да. А папе? И папе. Реально бананы. Реально бананы? Можно попробовать? Как пахнут. Что, дети довольны? Нравится? Что больше всего? Тролли? Прикольно. Помнишь, мы с тобой хотели, чтобы тролли были такие миленькие? Вот это такая, смотри, красивенькая, аккуратненькая. Тебе нравится? Да. Как, по-моему, они были аккуратные. Но она, наверное, не стоит вот это, да? Они... Конечно, так, а вот нет. Нет, вот это первое. А это что за шоу делал? Ты обещал. Да?